Нет, фух, наконец-то я пришла. Ну не расстраивайся ты. Ну подумаешь, забыли. Зато я помню. Представляешь, как это обидно. Ни друзья не поздравили. Даже моя лучшая подруга и мой лучший друг. Потом одноклассники забыли. И родители. Даже родители забыли, что у меня 3 миллиона подписчиков на канале. Ну может, работа, все дела. Ладно, ты не расстраивайся. Сейчас придем к тебе домой, будем кушать попкорн и смотреть всю ночь фильм. Я тебе точно подниму настроение. Надеюсь. Спасибо, что пришла. Да не за что. Ладно, все, пошли, а то холодно. Да, пойдем. Грустная, нет. Лучше давай посмотрим. Вообще нет. Нет, сейчас все будет. Давай посмотрим лучший фильм «Белоснежка и месть гномов». Да, ага. Белоснежка. Да, почему нет? Это фильм. Очень мне очень интересно. Нам нужно что-то вместе выбрать. В общем, будем выбирать. Ну ладно, в общем, все будет нормально. Маргарит, не знаю, мы к тебе идем домой как бы, тебе виднее, что это. Ты иди и назад не смотри. Ты иди и назад не смотри. Ты знаешь, что это значит? Нет, не понимаю. Может быть, кто-то потерял? Ладно, написано «ты иди и назад не смотри», ну пошли, что ли. Маргарит, мне кажется, или кто-то с тобой решил поиграть в игру? Смотри, что на твоей двери висит. Именно. Только непонятно, от кого это. Ладно, давай посмотрим. Что тут? Ноль. Пять подсказок, впереди ты их всех прочти. То есть у нас еще и будут какие-то подсказки, еще пять их. Что за бред? Я вообще ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. Ладно, давай заходи домой. Маргарит, с тобой явно кто-то ведет игру. Диан, я уже это поняла. Это все так странно. Что на этот раз? Ноль. Развернись и вниз посмотри. Маргарита, может я домой уже пойду? Ага, сейчас. Странно, что это еще раз? За правым углом впереди. Так, слушай, давай быстрее посмотрим. Это очень странно. Пойдем, за правым углом впереди. Да, давай. Это туда. Вот. Давай. Да, давай я. Под столом смотри. Идем. Под столом. Вроде бы там ничего нет. А, вот он, вот. Так, дальше. Ура. Иди к двери и новую подсказку найди. Иди к двери и новую подсказку найди. Ну что ж, пойдем. С каждой подсказкой все страшнее и страшнее. Давай. Интересно, что там за дверь. Так. Сделай три шага вперед, и тебя сюрприз там ждет. Какой сюрприз? Рискуем. Стоп! 3 миллиона подписчиков! Да, точно! У тебя же 3 миллиона! Поздравляю! Вау! Класс! Такой интересный торт! Слушай!
Слушай, Диана, тут еще одна записка. Давай скорее читай. За диван посмотри, там мечту свою найди. Ого! Серьезно? Моя мечта коробка? Маргарит, подожди. Наверное, мечта твоя находится в коробке. Давай откроем. Давай. Маргарит, давай скорее. Да, достаю, достаю. На счет три. Раз, два, три. О, я поверить не могу. Ты да, такая милая, Диана. Поздравляю. Слушай, ущипни меня, это точно не сон. Это не сон. Смотри, какая она микронная. Я даже не ожидала, что у меня собака будет. Ну все, поздравляю. А, как это? Я прям поверить не могу. Она такая милая. Да, она очень милая. Вы прям одеты похожи очень. Да, смотри, у меня фиолетовый. Кстати, она сестра похожа. Милая. Ты такая милая. Как ты назовешь? Думаю, что Шанти. Шанти? Да, я давно купила собаку. Ты такая милая. Смотри, тут еще одежда для нее. О-о-о. Класс, смотри. Золушка моя. Ох, я прям милая. Верить не могу. Как слушай, же это возможно? От кого это? Я думаю, что это от родителей. Они давно знали, что я хотела собаку. Да. И поэтому было написано, что мечта будет за диваном. В общем, моя это мечта. Очень, очень мило. Поздравляю. Вот видишь, Маргарита, а ты думала, что про твои 3 миллиона подписчиков на Ютубе все забыли. Это не так. Да, значит, все стикеры и все подсказки были от моих родителей. Да, видишь, мечты сбываются. Ну что, собака на 3 миллиона? Смотри, какая она милая. Очень-очень милая. Она такая маленькая. Раз, два. Я прям не верю вообще. Неужели моя мечта сбылась? Конечно. Но ты не представляешь, как долго я и хотела это. 3 миллиона, я так счастлива, 3 миллиона, у меня 3 миллиона подписчиков. Все, теперь у тебя есть тоже собака, а у меня целых 2. Короче, они точно подружатся. Да. Ребята, ну я хочу вам сказать большое спасибо, без вас у меня бы этого ничего не было. Я ценю каждого из вас, ведь... Каждый из вас, кто сейчас смотрит это видео, помогли мне достичь моих 3 миллиона. Я вас очень-очень люблю. Я смотрю почти каждый ваш комментарий. Мне всегда очень-очень приятно, когда вы мне пишете хороший комментарий. Даже плохой, так как я стремлюсь дальше. Короче, я вас очень-очень люблю. Большое спасибо, что вы есть со мной. Ценю каждого из вас. Ну а мы пошли кушать торт! Всем пока! Маргарита, мой цветочек, хочу тебя поздравить с 3 миллионами подписчиками в Ютубе. Очень сильно тебя люблю. Наша поздравляю с 3 миллионами. Очень много я желаю тебе в Ютубе. Бесконечно.